Центр избирком готовит тренерский корпус, который будет обучать членов избирательных комиссий в регионах. В семинаре принимают участие 150 человек. Каждую область представляет до 10 тренеров. Лекции, практические занятия для участников проводят первые лица ЦИК. По итогам тренинга слушатели получат сертификаты, которые дают право обучать других. До семинара в течение месяца слушатели проходили дистанционное обучение, еженедельно участвовали в тестировании. До 2021 года тренеров будут поддерживать методически на постоянной основе. Почему я говорю до 2021 года? У нас большие страновые выборы. Это выборы в парламент и выборы президента как раз подходят к этому сроку. Поэтому наша задача обучить 150 тренеров и с их помощью обучить максимально, сколько возможно, каскадным методом уже тех, кто работает в избирательных комиссиях в регионах.